За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в 2 раза. Больше всего инфицированных в крупных городах – в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанге. Отмечаем увеличение количества внебольничных пневмоний, значительное за прошедшую неделю. Со 157 за предыдущую неделю мы увеличились до 280 за предыдущую. То есть на 30% где-то рост по пневмониям идет. Это говорит о том, что инфекция протекает больше с быстрым развитием пневмонии и более тяжелым течением. В том числе и по ковид-положительным пневмониям у нас также существенный рост, 47 за предыдущую неделю, до 114 увеличились в прошлом.